Здравствуйте, в эфире программы «7 минут». Сегодня мы поговорим о хоккее с мячом. Об этом виде спорта нам расскажет Виктор Яковлевич Левитин, тренер рязанской команды «Кардиолог». Здравствуйте, Виктор Яковлевич. Здравствуйте. Расскажите об этом виде спорта. Почему именно хоккей с мячом создали команду? Хоккей с мячом – это русская национальная игра с высоким оздоровительным потенциалом, потому что она связана с катанием на свежем воздухе, во время которого включается в движение буквально все мышцы организма, работает и голова для того, чтобы думать, как и куда отдать мяч. И самое главное, запрещены силовые приемы. То есть это чистая игра, основанная на владении клюшкой, коньками и чистом отборе мяча. Конечно, применяют приемы, все-таки такие нарушают правила, но это строго карается. В мою жизнь хоккей с мячом вошел в раннем детстве, когда я еще жил в Москве и в нашем районе, в районе Арбата, где вот я учился в той же школе, где и Булат Куджава, и заканчивал Олег Ануфриев, и Збруев. Как раз Збруев начинал, когда уже заканчивал. И вот все мальчишки были вооружены клюшками для русского хоккея, и у каждого были коньки. И во всех дворах были площадки, и прямо на улицах. Движения такого не было, и прямо на некоторых переулках, прямо шла борьба под фонарями до глубокого вечера. И когда я поступил в Третий Московский институт в Москве, то тоже продолжал заняться спортом. Когда институт переехал в 50-м году в Рязань, здесь в Рязани была ледовая сказка. Здесь на небольшой город было три катка: стадион «Трактор», «Локомотив» и «Спартак». И, кроме того, заливались аллеи гор парка. Лед был всюду, идеальный. Катки были все открыты. Можно было прийти в 9 утра и кататься совершенно свободно. Говорят, что хоккей с мячом переживает сегодня не самые лучшие времена. Действительно ли это так? Хоккей с мячом в России-то на хорошем уровне. И наша команда побеждает на чемпионатах мира, и чемпион мира по хоккею с мячом. Но именно рязанский хоккей, его можно сравнить с больным, находящимся в реанимации, состояние которого стабильно тяжелое. И прогноз очень плохой, если так образно. С чем это связано? Но это не только хоккей с мячом. Тот же самый хоккей с шайбой, потому что в рязанской команде там и никаких нет рязанцев. А особенно еще обидно, что развалился конькобежный спорт. В области нет ни одной беговой дорожки. Да ее, собственно, даже сейчас и сделать-то негде, потому что единственный каток на стадионе «Локомотив», он нестандартный, он маленький, там беговая дорожка не вписывается в стандартные размеры. А ведь в Рязани воспитали Клару Гусеву, олимпийскую чемпионку. Лед на стадионе «Спартак» был одним из лучших в России. Там каждую субботу, воскресенье проводились приз Косичкина, и каких только не было соревнований. Сколько там и дети, и юноши. У нас были свои рекордсмены СССР. Вот Дерунков был такой мастер спорта. Он неоднократно бил рекорды. И Казьмин такой был, вот я фамилии помню. То есть, а сейчас все прикрыли. Нет. Так что хоккей с мячом вместе со всеми видами спорта ледовыми пострадал. В каком состоянии сейчас находится ледовое хозяйство у нас? В Рязань город без естественного льда. Есть вот два зала крытых, где проходят игры по хоккею с мячом. В хоккей шайбы занимаются фигуристы, и малый хоккей с мячом там проводится. И оздоровительные катания. Но оздоровительные катания – это на открытом воздухе. Все, что проходит в зале, это, ну, все равно, что в футбол играть там в зале, то же самое. Это совсем не то, хотя это тоже нужное. В Рязани не было искусственного льда очень долго. А теперь получилось такое положение, что нет естественного льда. Дошло дело до того, что первенство города по малому хоккею проводится на хоккейной коробке совхоза Хирина за пределами города. И пытаются прикрыться городские власти как фиговым листком вот этими площадками маленькими, которые при школах заливаются. Но это
не выход, потому что на этих площадках можно научиться, конечно, ползать на коньках и стоять первое время, так, но подготовить себя так, чтобы можно было потом этим детям начать и заниматься каким-нибудь мячом, невозможно. Все благополучие рязанских ледовых видов спорта в прежние годы, оно шло от большого поля, или как его называют, все эти конькобежцы, фигуристы, хоккеисты были с русского поля. Вот это очень важно подчеркнуть. И ветеран нашего спорта Алексей Иванович Рожнов, почетный судья по спорту всесоюзной категории, он всегда подчеркивал, что все идет с русского поля. А сейчас русское поле у нас прикрыто полностью. Оно только хоккей, только остался стадион «Локомотив», где заливается лед. До 4 часов дня он закрыт, никто туда не может вступить. А после 4 дня платите вплоть до 100 рублей, чтобы покататься. И при таких условиях невозможно научиться стоять на коньках. Рязанцы, молодые рязанцы стоят на коньках так же, как жители Ташкента. Или какого-то другого южного города. Но вы считаете, что для Рязани этот вид спорта актуален? Этот вид спорта актуален для всего центра России. Хоккей с мячом на большом поле, он начинается где-то в декабре. Но поскольку у Рязани осталось 2-3 команды, и то игры проходят где-то в феврале, причем дается неудобное время, с 9 часов утра, когда организм еще не проснулся, потому что в эти дни нужно открыть стадион скорее для массового катания, потому что это приносит большие доходы. Ну, поскольку там две команды участвуют порой, то там всего там пару игр, конечно, это нельзя назвать полноценным соревнованием. А вот малый хоккей с мячом на коробке от хоккея с шайбой, учитывая наличие ледового дворца и катка Фирина, еще удается вот проводить. Первенство России даже не проводится по хоккею с мячом, он на коробке для хоккея шайбы называется «Ринг-бенди», его название официальное. Это рассматривается исключительно как подготовка к большому льду. А у нас это вот все, что осталось. Вот в данное время проходит соревнование в ледовом дворце. Вот наша команда играла 11 и 12 мая. Там участвует 6 команд. Ну вот, наша команда лидирует. Расскажите о своих достижениях, о наиболее важных для вас наградах. Наиболее важной наградой спортивной, наверное, можно считать, вот я захватил с собой, так, для, на всякий случай, вот почетный знак Федерации хоккея с мячом. Вот номер 74, вот. И к нему имеется, у меня, правда, сейчас нет, к нему имеется грамота за большие заслуги в развитии хоккея с мячом в России и Советском Союзе. Каким соревнованием готовите команду? В данный момент проходит первенство области по малому хоккею с мячом в Ледовом дворце с участием 6 команд. Потом все кончится. Где-то там уже, наверное, в июне кончится. Ну, а потом начнет следующий сезон тоже соревнований по малому хоккею с мячом, а в феврале будет большой хоккей с мячом на стадионе «Локомотив», вот в 9 часов утра, вот несколько игр, вот все, что осталось. Как вы считаете, будет ли хоккей с мячом признан олимпийским видом спорта? Конечно, очень удивительно, что всякие там сноуборды и вот этот вид спорта, когда труд лед, чтобы керлинг, да, катился, признаны. А вот такой вид спорта, как хоккей с мячом, не признан. Трудно сказать, но, возможно, и что-то будет, потому что сейчас очень расширилось первенство мира, где раньше бывало 3-4 команды. Сейчас уже и играет и Монголия, и Венгрия, и США, и даже Канада. Потому что там требуется определенное количество стран, чтобы культивировали. Вот по мере расширения, и, по-моему, даже и наши, вот, кто-то из прибалтийских команд, и Белоруссия, вот, как только достигнет нужного количества команд, тогда будет поставлен вопрос о включении.
Спасибо за беседу. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого хорошего. До скорой встречи в эфире.